Всем доброго времени суток. Сегодня я хочу задать вам кое-какой вопросик, на который, надеюсь, кто-нибудь найдет, скажем так, не найдет, да, поможет мне с ответом на данный вопрос. В общем, в чем, собственно, загвоздка? Смотрите, захожу в игру, зашел в игру, смотрим настройки, геймплей. Смотрим такую вещь, ограничитель скорости. То есть включен, да, стоит, включен, должен, то есть, работать. Грузы, проверяем грузы, прямые, внешние, там, прямые, да, то есть заказов у меня нет, то есть нигде у меня никаких заказов я не брал, ни внешние, ни прямые, никакие другие я заказы не брал. В общем, проверяем, работает ли у нас ограничитель. Едем, набираем 90. Все, ограничитель сработал, да, вы видите по шкале, что больше 90 я не иду. Отлично. Заходим обратно в настройки, выключаем ограничитель скорости. Так, геймплей. Находим ограничитель скорости, выключаем галочку. То есть, как видите, да, в игре нет, здесь не предусмотрено кнопки сохранить, то есть здесь все сохраняется автоматически. Еще раз проверяем, что ограничитель скорости выключен. Галочка не стоит. Закрываем окно, доходим обратно в игру, начинаем движение. Начинаем набирать скорость. Так, Шкоду отпустим. Оп, 90. Господа, вот, собственно, в чем вопрос. Пожалуйста, в комментариях ответьте, как мне исправить, баг это или не баг, либо что-то другое. Как это, допустим, исправить? Ну, если вашим, скажем так, советы, да, мне помогут, чей-то совет, то, естественно, я обязательно помогу, награжу. Кстати, да, для полной убедительности, заходим еще раз, да, в третий раз заходим в настройки игры, в геймплей, и проверяем, что кнопочка, галочка ограничитель скорости снова включен. Давайте я еще раз привожу, да, выключу эту кнопочку, галочку выключу, убрал, все. Игра должна сохранить ее. Заходим, начинаем движение. Набираем 90 км в час и та-дам! Машина больше не хочет идти. Еще раз хочу напомнить, что никаких внешних заказов не выполненных, там других каких-то у меня нет. То есть все у меня выполнено, машина сейчас в свободном плавании. В общем, ребят, всем, кто сможет мне помочь или кто знает, как убрать этот баг, пожалуйста, напишите в комментарии, чей совет мне поможет, тот получит от меня лично ДЛС-очку, любую на выбор. Да, именно любую на выбор. Все, всем, ребят, отличного настроения, пока-пока.